В преддверии Нового года для воспитанников реабилитационного центра для несовершеннолетних, а также подопечных КЦСУН организовали праздничное мероприятие с приглашением сказочных персонажей. Спонсорская помощь была предоставлена со стороны администрации города и торгового дома «Киргу», которые выделили новогодние подарки детям. Заместитель главы администрации Тагир Гаджиев поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом, отдельно отметив организаторов за подготовку праздника. Это светлый праздник, это слово добра, радости и светлых новых надежд. Вот такой праздник, чтобы у вас, у каждого был, в каждой семье. Пусть этот праздник, Новый год, принесет вам, вашим родным, близким благополучие. Пусть сопутствует вам успех во всех ваших делах. Желаю вам доброго здоровья, огромного счастья вам и вашим семьям. С праздником вас! С Новым годом! Новый год – это праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый день следующего. И для многих детей новогодние хлопоты имеют огромное значение, так как для них это является волшебством – получение подарков от близких и родных людей. Представитель торгового дома «Киргу» Зумрута Синеева отметила, что все делается ради счастливых улыбок на лицах детей. А Новый год – еще один повод порадовать каждого ребенка по той или иной причине, оказавшего в трудной жизненной ситуации. Я вас всех присутствующих поздравляю с Новым годом, желаю счастья, семейного благополучия, чтобы в следующем году то, что у вас не сбылось в этом году, что все ваши мечты сбылись. Да, подопечными центра были подготовлены новогодние стихотворения, песни, танцы. Как дети, так и их родители получили от праздника массу положительных эмоций и впечатлений. Свыше 100 детей получили подарки и весело провели время с персонажами из сказок. Данного рода мероприятия проводятся в целях развития у воспитанников организованности, творческих способностей и навыков. Гурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».